Не забудьте подписаться на наш веселый канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Простые поделки с детьми. Маленький забавный цыпленок. Часто взрослые теряются при выборе того, чем занять своего ребенка. В современном мире существует большое количество развлечений для детей. Интересным, развлекательным и познавательным будет создание поделки забавного цыпленка из бумаги. Данный мастер-класс посвящен созданию такой поделки. Для поделки нам потребуется цветная бумага разных цветов. На ваш вкус. Ножницы. Клей ПВА. Немного времени и терпения. Подготовка к созданию поделки. Время деятельности. 40-50 минут. Необходимо подготовить все инструменты. Нужно провести инструктаж по технике безопасности с ребенком, как правильно обращаться с ножницами. Итак, приступаем. Наша поделка представляет собой небольшого цыпленка с разноцветными перьями и веселой мордашкой. Шаг 1. Вырезаем квадрат из цветной бумаги небольшого размера, оптимально 10 на 10 сантиметров. Шаг 2. Вырезаем перья цыпленка. Используйте цветную бумагу разных цветов. Приветствуется полет фантазии. Перьев должно быть по 2 штуки, размер пера, длина до 6-7 сантиметров. Ширина 3-4 сантиметра. Всего должно быть 6 штук. Шаг 3. Вырезаем из сиреневой бумаги клювик, лапки. Стопы в виде треугольника. Шаг 4. Также вырезаем слезинку, она будет крепиться к клюву. Шаг 5. Вырезаем глаза, по 2 кружочка белого и черного цвета, белый по диаметру должен быть больше. Шаг 6. Соединяем все детали. Приклеиваем на квадратик поочередно перья. Они должны располагаться со всех сторон, кроме низа, там будут лапки. Поделка готова. Поделитесь нашими видео в соцсетях, посетите наш сайт своими ручками. Подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго. Все ссылки под видео.